Сказ о Петре и Февронии. Читает автор Конева Галина Васильевна. Пресветлый княже, ты же посулил за исцеление девицы награду. То позабыл бы, кабы смердом был. Но ты ведь князь, быть верным слову надо. Исполни долг, и хворь навек уйдет. А обретешь любимую и друга. Да что ты там напраслину плетешь? Я оздоровел, боли нет недуга. И в пояс поклонясь, помчался прочь великий Петр от праведной Февронии. Она селян простых всего лишь дочь, союзом с ней он честь свою уронит. Но на заре, еще до петухов, сморила та же хворь лжеца в палатах. И понял князь, как тяжек груз грехов. И как страшна грядущая расплата. В раскаянье челом бил гордый князь. Феврония его простила снова и собралась в дорогу, помолясь, чтоб быть Петру покойну и здорову. Ведунью волю выполнил сполна, скрепив венчанием их союз неравный. И схлынула хвороба, как волна, зарубцевались язвенные раны. Они вступили в праведный союз. Пример их нам дарован в назидание, что помнили семья и труд, и груз, и дар незаменимый мироздания.